Всем привет! Нас многие спрашивают о том, что мы кушаем, как мы питаемся, о нашем рационе, что мы готовим. Здесь в данном случае я готовлю обед. Одна куриная грудка, это на двоих человек. Может быть даже на троих. Пока Николя кушать не хочет, но я думаю, здесь на троих достаточно будет. Одна куриная грудка, я ее немножечко обжарила на оливковом масле. Как бы не обжарила, а можно сказать, запечатала с обеих сторон, она вот маленькими кусочками порезана. Затем добавила стручковую фасоль. Один порезала кубиками кабачок и одну луковицу. Затем, когда все овощи уже будут готовы, из курицы минут через 10, я добавлю рис. Рис уже у меня приготовленный. Вот. Я готовила 2 дня назад, мне немножечко как бы он остался. У меня вот такой рис, поэтому добавлю минут через 10 сюда уже готовый рис. Также добавила соль, добавлю в конце. Добавила специи. Вот такой набор индийских. Не набор, а... В общем, короче, здесь индийские специи. И куркума, там всякие, очень-очень вкусно пахнет. И такие вот тоже специи. Кориандр, гвоздика. Они уже продаются готовы. То есть, как бы, смесь специй, смесь приправ для всяких разнообразных блюд. Я ими пользуюсь очень-очень давно. Перестали пользоваться кубиками Magic, Knorr. И вот этими всеми кубиками, которые содержат глютамат. Он очень вреден. Поэтому вот так. В общем... Короче, покажу уже готовое блюдо, как выглядит. Все очень просто. А, еще в конце добавлю, порежу пару помидор. Добавлю тоже в конце, чтобы они были, знаете, такими горяченькими, но еще и как бы не приготовленными. Горячий сырой помидор. Ну, в общем, так, сейчас я буду мешать. Эта смесь приправ называется грамм-масала. То есть она так у нас и продается в магазинах, не в супермаркетах, а как они называются у нас, диететика или там, в общем, магазины, которые продают всякие крупы, приправы, там орешки, ну вот там можно найти. Или же, кто живет в Аргентине, Буэнос-Айрес, в китайском районе, там тоже все это есть. Так, я же в свою очередь уже добавила помидоры. Сейчас они пустят сок немножко. Добавлю затем соль, посолю. Рис пока разогреется. И все. Все будет готово. Все очень просто и быстро. И легко. Так, вот такое симпатичное, аппетитное блюдо получилось. Мы будем кушать. Приятного нам аппетита. Если вы кушаете, то вам также приятного аппетита.